Всем привет, с вами Мегамастер. Сегодня я расскажу, как сделать магазин в Майнкрафте по моему способу. Магазин будет виртуальный. Ну что, погнали. Сразу предупреждаю, у меня платный хостинг, я не пользуюсь Сатерносом, поэтому я просто рассказываю для простых людей. Ну что, погнали. Значит, чтобы сделать магазин, надо скачать плагин под названием старый добрый плагин GUI Shop. И я не только скажу про магазин, я расскажу и аукцион, и о новом плагине Trade. В общем, GUI Shop, скачивайте первый. Когда вы скачали и запустите сервер, у вас изначально будет готовый магазин. Вы его можете трансформировать и покажу как. Сейчас покажу, как же можно модифицировать магазин. И значит, заходим в плагин, когда вы его он появился. Шоп. И вот здесь все предметы в вашем магазине. А я лучше вам скину готовый магазин, чтобы вы не мучились. Это очень долго разбираться. Я вам скину готовый магазин, и вы сможете не мучиться. Но потом подредактировать. Итак, значит, вот так все выглядит. То есть первое это нумерация, тип. Самое главное ID, то есть какой предмет. И его стоимость. Можно еще сделать его продажу. Ну, в принципе, все. Тоже я скину текст, то есть блокнот с переводом, то чтобы русификация, в общем, этого плагина. Я вам скину и сможете скачать. И вам нужно закинуть все сюда. С этим сложностей нету. Дальше расскажу, как же сделать аукцион. Просто, наверное, просто скажу, какой плагин. Плагин называется Auction House. И там, кстати, настраивать ничего не надо. А чтобы там продавать, там будет написано, надо написать ах, sell и надо при этом держать вещь и быть в game 0. Ах, sell и стоимость предмета при продаже. Ну, вы поняли. Скачивайте вот этот. Ну и последний плагин, который только вчера я сделал, а это новый. Я его делал на платном хостинге, то есть на платном сервере. Сейчас мы проверим, есть такой плагин на Атерности. И да, есть такой плагин на Трейд. В общем, есть плагин на Трейд, мало кто знает. Есть у вас сервер про выживание, вы можете его добавить как раз. Этот плагин делает трейды, да. Не аукцион, не магазин, а именно просто обмен вещей. Это очень круто. Лучше используйте для выживания. Там ничего сложного нету. Скачивайте, тоже скину русификацию, кидайте полностью файл в конфиг. Ну и в принципе все. Ну что, ребятки, если понравилось видео, не забудьте ставить лайк, подписываться на канал. И следующее видео будет как сделать регистрацию. И спойлер, это логин security. Ну что, всем пока. Зачем запускать сервер?